Кадры нападения есть, но идентифицировать по ним личности преступников сложно. Злоумышленники явно подготовились, прежде чем ворваться в здание автозаправки на Култукском тракте, надели маски, позаботились и о том, чтобы не оставлять отпечатки, ну и самый главный аргумент – оружие. Угрожая им оператору АЗС, мужчины похитили крупную сумму денег. Сейчас преступников, которым грозит до 10 лет, лишение свободы разыскивают.